Окей, я тебя прикрою. Дроны, патрули. Они засели тут. Ну да, Хельмана они, наверное, где-то держат заперти. Блин, Ви, смотри, распределители выглядят нормально. Не похоже на заброшку. Они могли вызвать сюда новое Ави. Ну, скоро увидим. Вижу машины кочевников. Людей нет. Ага, узнаю. Наши, клановые. Я внутри. Поняла. Хельман должен быть тут. Стреляй!
Слушай, я без оружия. Что ты тут делаешь? Это моя заправка. Я Мартин. Гребаные пиджаки. Приехали сюда, как к себе домой. Окопались, а меня тут заперли. Не сильно ты взволнован. Не первое мое родео. Пыль уляжется, проблемы исчезнут, так или иначе. А я просто отряхнусь и вернусь к работе. Они привезли человека, которого я ищу. Корпорат, ты должен был его видеть. Ну, я же не слепой. Где его держат? В старом гараже. Наверху дежурка, его, наверное, там закрыли. Спасибо. На твоем месте я бы отсюда не уходил. А я и не собираюсь. Я узнал, где держат Хельмана. Иду туда, на заправку. Окей, я тебя прикрою. Противник, вступаю в бой! Эй, спокойно. Нам надо поговорить. Кто тебя послал? Юринобу Арасака? Ты меня увезешь или... Вот же крысёныш. Сейчас или заорёт, или убежит. Заткни его уже. Что, не любишь таких? Если что, он от тебя тоже не в восторге. Этот ловчила не знает, кого ему больше бояться, тебя или Арасаки. Ничего личного. Ты вроде собирался позвонить Такэмори, когда найдешь Хельмана. Да, точно. Сейчас позвоню. И не забудь, у тебя есть туз в рукаве. Это Хельман. Постарайся на этом что-то выиграть. Такэмори спас мне жизнь, ты помнишь? Потому что это было в его интересах. Это все бизнес, ничего больше. Он тебе не приятель. Такэмори... Хорошие новости. Хельман у меня. Живой? Что он сказал? Живой, живой. Только не слишком разговорчивый. Я везу его в мотель «Сансет». Хорошо. Я подъеду. Не отпускай его. Как скажете. Пока. Лучше вывести его туда, где тихо. Согласен. Друзья прикатили. Это он? Да, он. Вытащи его и закинь на мотоцикл. Сиди смирно. А вот и кавалерия. Мич вызвал кое-кого из Альдекальда. Все чисто. На дороге никого не было, но лучше тут не задерживаться. И зачем он тебе? Мне надо задать ему пару важных вопросов. Надеюсь, ты получишь пару важных ответов. Сол. Здесь мы закончили. Все чисто. Слышал, ты спас Митча. Он и Панам. Они оба мне помогли. Надеюсь, он этого стоил. Я пыталась связаться со Скорпионом. Может, я могу чем-то помочь? Ты уже помогла. Я пыталась его удержать. Круто. Отворачивайся. Делай вид, что меня нет. Это у тебя всегда хорошо получалось. Погоди. Панам правда не виновата. Помолчи, мы с тобой на брудершафт не пили. Никто никого не обвиняет. Ни в чем. Да, конечно. Это все из-за меня. Панам помогала мне. Если бы не я, Ави бы не сбили, и Скорпион со своими парнями за ним бы не поехали. Ты понимаешь, Сол? Если ты Альдекальда, ты отвечаешь и за себя, и за свой клан. Независимо от обстоятельств.
Может, по нам нужно спросить тебя, по-прежнему ли она Альдекальда? Просто охренеть. Рад тебя видеть, конечно, но зачем вы нас догнали? Это все Сол. Он приехал вместе с нашими. Мы убрали тела, я рассказал ему, что и как. Он сказал ехать за вами. Волновался, что с вами что-то случится. С тобой и с Панам. Сол? Слушай, может, вы с ним пока в контрах, но мы одна семья. Для семьи Сол сделает все. Только я уже не уверена, что я с вами одна семья. Ты знаешь, что это так. Возвращайся. Понимаю. Извини, что тебе пришлось на это смотреть. У нас иногда бывают такие споры и травмы. Но ничего, переживу. И ты тоже. Ну, старайся не лезть на рожон, окей? Ну, что теперь? Вернешься в Найт-Сити? Я-то? Ну да, наверное. Мне надо посидеть и подумать о разном. Сол и Митч, они ведь правда считают тебя частью семьи. Может, стоит дать им шанс? Не все так просто. Как и в любой семье. Они на подлете. У вас минута. Валим! Я тоже поеду. Байк Скорпион остается тебе. Осторожнее с ним. Эй. Где я? Что это за место? В мотеле, в жопе мира. А можно поконкретнее? Это не важно. Тебе все равно отсюда не выбраться. Зачем мы здесь? Я хочу поговорить про биочип, который ты сделал для Арасаки. Хорошо. Только сначала давай кое-что проясним. Тебя прислал не Юринобу Арасака? Нет. Значит, у тебя ко мне предложение. Если твой босс платит больше, чем Кантао, можем поговорить. Меня никто не присылал. У меня проблема, и ты поможешь ее решить. Не понял. А при чем здесь тогда биочип? Твоя железка пытается меня убить. В рекламе, по-моему, об этом не говорили. Если у тебя какие-то претензии, рассказывай подробнее. У меня в голове конструкт Джонни Сильверхенда. Его нужно оттуда убрать. Как Сильверхенда? Его конструкт? Это невозможно. Откуда у тебя этот биочип? Я украл его. У Юринобу Арасаки по заказу одной тёлки, которая потом меня кинула. И ты решил, что лучше всего будет засунуть его себе в голову? В тот момент других идей не было. Потом я словил пулю в бошку, и конструкт меня перезагрузил. Я знал, что план Юринобу провалится. Кто бы мог подумать, что это будет именно так. Уникальный прототип Арасаки буквально оказался на улице. Сука, убери биочип из моей системы! Это не так просто. Я не понял сейчас. Это же ты его сделал. В чем проблема? Если ты говоришь правду, то в голове у тебя новая экспериментальная версия биочипа. Просто так его не вынешь. Мой Рипер сказал... Ты что, показал биочип какому-то мяснику? Кто еще о нем знает? Да я чуть не сдох. Или ты что думаешь, что я первым делом поехал сбивать Ави Кантао? Чем эта версия отличается от старой? У нее другой тип энграммы? Более... Разумный. Агрессивный? Уникален сам биочип, а не энграмма Сильверхенда. Все предыдущие версии чипа служили исключительно для контакта с записанными энграммами. Они выпускались поштучно и стоили дохера. Все верно. А этих еще меньше. Они служат для установки энграммы в новое тело. Когда я уходил из Арасаки, проект был еще на этапе тестов. Как мне повезло. Теперь я сама уникальность. Так ты мне поможешь? Ну-ну.
Мне надо на него посмотреть. Эй, мы едва знакомы. Ты еще не заслужил мое доверие. А как ты себе представлял нашу встречу? Чтобы тебе помочь, я должен тебя осмотреть. Ладно. Невероятно! Это похоже на... Жесть какая. Этот пиджак будет нам помогать. О, боже! Что? Что там? Как жаль, что я не смогу это толком изучить. Да, очень жаль. Не быть тебе подопытным кроликом. Говори, что делать! Мне очень жаль, но у меня плохие новости. Твоя нейронная сеть полностью разрушена. Она не сможет работать самостоятельно. Единственное, что я могу сделать... Давай поторгуемся. Это дать тебе координаты хорошей клиники в Швеции. Там прекрасное оборудование. Тебе помогут справиться с болью на терминальных стадиях. Погоди, ты сказал, что проект был на стадии тестов. Откуда ты знаешь, чем это кончится? Я-то знаю. Я только что видел, как конструкт грызет твой мозг. Он запрограммирован так, чтобы приспособиться к новой среде. Любой ценой. А твой недоразвитый куриный мозг не умеет с этим бороться. То есть, Энграмма рано или поздно победит? Да. А из того, что я слышал о Сильверхенде, эта победа будет именно в его стиле. Ну надо же. Похоже, я стал легендой в Арасаке. Так что именно происходит у меня в голове? Это лучше ты мне скажи. Каково это – жить с двумя личностями? Это не то же самое, что слышать голоса в голове. Ты одновременно и ты, и Сильверхенд. Я сюда пришел не на лекцию по философии. Это не философия. Это нейробиология. Благодаря тебе я подтвердил свою гипотезу. Скажи, ты уже заметил, что конструкт влияет на твои решения? Блять, может, хватит? Если надо что-то решить, Джонни становится просто голосом в голове. Даже если у него другое мнение, он не может меня заставить. Не поспоришь. Таких упертых носителей еще поискать. Ты не то, чтобы с ним сражаешься. Его влияние будет проявляться постепенно. Медленно, но верно. В смысле? Ты начнешь делать то, что раньше казалось неприемлемым. Для прежнего тебя. Ты же знаешь, кем он был. Это не просто рокер, это фанатик. Террорист. Самоубийца. Ну ебануться. И кто же из нас втирает тебе хуйню? Поэтому я считаю, что тебе пора подумать об изоляции в клинике. Джонни, по крайней мере, не продался, как ты. Ты его защищаешь? Или это он сам сейчас говорит? Погоди, погоди. Может, он даже пытался уже взять контроль над твоим телом? Только на минуточку. Нет. Слушай, а правда? Хорошая же идея. Слышь? Шучу. Ты смотри, этот пиджак тебя сейчас заболтает. Знаешь что? Хватит с меня. Ты тянешь время, что ли? Не пойму никак, ты пытаешься убедить меня, что бесполезен? Тогда я просто стрельну тебе в башку и сэкономлю нам обоим время. Ну, наконец-то. Я попытаюсь тебе помочь. Если ты пойдешь со мной в Кантао. Пытаться недостаточно. Такое ощущение, что ты как будто хочешь купить себе проход на китайскую сторону. За мой счет. Ты знаешь, сколько стоят данные в твоей голове? Даже если я не смогу тебе помочь. Их надо спасти. Ебать мой лысый хуй. Он совсем что ли? Сам же сказал, что ты прав. Забудь про Кантао. Других идей нет, что ли? Если ты хочешь обратиться к кому-то еще, могу отдать тебе данные по проекту. Полную документацию, чертежи, расчеты. Кантау предлагала за нее довольно много. Данные у тебя? Нет, блять, у тебя. Нахуй нам сдался без них. Ви. Такэмура? Что он тут делает? У него к тебе тоже пара вопросов. Не огорчай его. Вдруг он тебе поможет. Почти закончили. Где данные? Ты
лучше, чем ничего. Может, найдем кого-то, кто понимает этот технотреп? Что вы с ним сделаете? Пока еще не решил. Вы что, серьезно? Ну, я могу быть импульсивен. Он ваш. Я вас оставляю. Я надеюсь, мы договоримся. На твоем месте я бы приложил все усилия. Ви, я запомню это. О, как жарко. У меня язык, как наждачная бумага. А, неужели Ви не дал тебе даже стакан воды? Возмутительно. Бесчеловечно. Я не такой. Ты сразу почувствуешь разницу. Я дам тебе целые ведра. О, нет, не стоит. Блять, что за... Блять! Да сядь ты, господи! Это биочип? Нет, это ты, сука! Убиваешь меня понемногу каждый день! Понемногу это не в моем стиле. Тебя убивает чип, сделанный Арасакой. Сука! У тебя сердце барахлит. Посиди, отдохни. А то обнулишься, а нам еще дела делать. Бла-бла-бла. Ебать Арасаку. Бла-бла, блядь. Взрывать Микоши. Ты че, правда превращаешься в меня? Не исключено. Собачимся, как два старых пердуна в парке. Пора бы немного остыть и начать доверять друг другу. Знаешь... Иногда ты бываешь просто очарователен. Харизма так и бьет. А потом я вспоминаю, что ты взорвал ядерную бомбу в центре города. И ни на секунду не пожалел об этом. Мне нужно было только уничтожить Микоши. Поэтому я оставил Арасаке время на эвакуацию. Ты знал, что будут тысячи жертв. Не обманывай себя. Ты и сам убиваешь. Значит, дело только в количестве. Ха, ты прав. Мы оба друг друга стоим. Даже не сравнивай нас. О том, что я сделал в Арасака Тауэр, я не жалею. Другие, может, в это и поверят. Но, по-моему, ты пиздишь. Тебе откуда знать? Я уже не понимаю, что делаю. Раньше я хотел стать легендой Найт-Сити, а теперь хочу просто выжить. Только перед лицом смерти человек становится тем, кто он есть на самом деле. Ты еще вполне успеешь кем-то стать. Да, может быть. А как это было, когда ты умирал? Я чувствовал себя королем. Даже не думал о поражении. Не верил до самого конца. Только сейчас начинаю понимать, что умер. Сейчас? У тебя было полвека, чтобы это понять. Микоша как будто усыпляет, понимаешь? Я не ощущал, что время уходит. Просто не замечал этого. Со мной делали, что хотели. Я помню только холод, темноту и страх. Или это была твоя смерть? Слушай, зачем вообще Арасака построила Микоши? Был бы я в голове Сабура Арасаки, а не в твоей. Ага. Подкупая людей, промываем мозги, но только в Микоши ты можешь заглянуть им в душу, проанализировать ее и перепрограммировать. Они собрали там неплохую коллекцию. Все как один талантливые раннеры с убитыми душами. Наверное, их как-то используют, как-то контролируют. Власть над сердцами и душами. Вот зачем все это. Как обычно.
Корпорации всегда стремились управлять людьми. Амбиции Сабура еще больше. Он хочет управлять человечеством. Да, теперь ясно, почему ты ненавидишь Микоши. Ее не должно быть. То, что там творится, причиняет миру больше горя и вреда, чем все войны корпораций. Знаешь почему? Потому что они проводят опыты над человеческим сознанием. И в чем разница с подопытным кроликом у них в лаборатории? Тут дело в другом. Хуже всего, что они могут изменить твою личность, а ты даже не будешь знать, что стал кем-то другим. Корпорации уже забрали у нас весь мир, а теперь тянут лапы и к нам. Ты понимаешь, что ты делаешь со мной то же самое, что Арасака в Микоши? Да, понимаю. Поэтому я хочу тебе помочь. Идем. У нас много дел. Идем. Привет, Ви. Майка звонила. Перед закатом встречаемся у Мегабашни. Ты придешь? Конечно. Тогда до вечера. Знакомы, я Элизабет. Мы с мужем хотели бы предложить тебе разобраться в одном деликатном вопросе. Ты это сможешь. А могу я спросить, кто твой муж и, собственно, кто ты? Я бы не хотела сейчас обсуждать подробности. Встреться с нами, и мы все объясним. Я уже сказала, это очень деликатный вопрос. Почему именно я? Есть какая-то причина? Мне тебя порекомендовали. И кто же? Я бы не хотела говорить по телефону. Мы можем встретиться и обсудить подробности. Да, давайте встретимся. Сейчас перешлю тебе адрес. Увидимся. Лэр. Ви, готов к следующей гонке? Я на месте. Жду тебя. На твоей поедем? Или мне зверя пригнать? Если хочешь, давай в этот раз на звере. Не затем же ты на эту тачку лоск наводила, чтобы в гараже мариновать. Кто бы спорил. Ну что, встретимся там, на ранчо? Да, я скоро буду. Увидимся. Ты же помнишь Дина Рассела? Он Мэтту что-то торчал, поэтому его убрали. Рассел сам себя убрал. Хотел прыгнуть выше головы, ну и все. А вообще, он был должен Мэтту четверку. Но это тут ни при чем. Сам понимаешь, мертвые долгов не отдают. Дин как раз хотел отдать ему с призовых денег. Ему кровь из носу надо было выиграть. Сам видишь, что получилось. Привет, Ви. Я сейчас осмотрю машину перед стартом, на всякий случай. Ты никуда не уходи, мало ли. Не боишься разбиться тут насмерть? А с чего бы именно сегодня? Да я не про сегодня. Я вообще. Не сегодня, так завтра. Рано или поздно.
Ну, моя подруга на своей кухне погибла. Тостер коротнул с утра. Так что, как говорится, чему быть, того не миновать. Нехорошее у меня предчувствие, честно говоря. А что такое? Тут 6-я улица. Шельмы. Банды, короче. Кто-нибудь точно психанет. Это вопрос времени. Да нормально все будет. Извини, мне надо постучать по колесам, пока минутка есть. Давай. Покажите нам всем! 6-я улица всех огнет! Заводите своих монстров! Хочу пощекотать ноздри ароматом выхлопных газов! Пусть моторы ревут, что ваш кровь из ушей! Вот так! То, что надо! Ну, пошел отчет! 3, 2, 1! Вон чувак впереди! Это Луиджи! Жми за ним! Сейчас крутой поворот, закладывай!
Круто, чё? Не останавливайся. Проедем немного дальше. Зачем это? Надо поговорить кое о чем важном. Окей. Давай вон там присядем ненадолго. Ого. Красивый вид. Да. Мы с Дином любили сюда приезжать. Ты мне что-то хотела сказать? Я тебе говорила про Дина, моего мужа. Он был твоим пилотом, да? Добрее него никого не встречала. Мы дружили еще до моей процедуры. Он принес мне нарциссы в клинику. Сказал, с началом новой жизни. Долго вместе прожили? 12 лет. Дин смеялся, что на 15-ю годовщину наконец уговорит меня на первый имплант. Готовил какой-то сюрприз. А можно спросить, почему у тебя нет имплантов? Мне нравятся машины Ви, но превращаться в машину я не хочу. Это странно? Немножко. Но и такое бывает. Только Дин мог бы уговорить меня поставить импланты. Теперь мы уже не узнаем, удалось бы ему или нет. Слушай, Клэр, а почему ты вдруг сейчас про мужа заговорила? Год назад он погиб на гонках, в финале. Но это была непростая авария. Это как-то связано с нашей гонкой? Ну, отчасти. Короче, моего мужа убили. Его прикончил один корпоратский хлыщ. Питер Сэмпсон. Редкая сволочь. И что с ним за тема? Да неважно, для меня он всегда был таким же соперником, как прочие. А вот для Дина... Они знали друг друга очень давно. Дин и Сэмпсон. Что-то не поделили? Дин ничего мне не рассказывал. Но между ними действительно была какая-то вражда. Не соперничество на трассе, а личная ненависть. Дин бесился, когда Сэмпсон выигрывал. И что с ним за тема? Да неважно, для меня он всегда был таким же соперником, как прочие. А вот для Дина... Они знали друг друга очень давно, Дин и Сэмпсон. Что-то не поделили? Дин ничего мне не рассказывал. Но между ними действительно была какая-то вражда. Не соперничество на трассе, а личное. Расскажи мне, как погиб твой муж. Мы только что вышли на финишную прямую. Сэмпсон уже мчался перед нами. Было ясно, что нам не выиграть. Дин стал сбрасывать скорость. И тут этот подлый ублюдок ударил по тормозам. Дин не справился с управлением. Но он ведь не нарушил никакие правила. Ты не понимаешь. Он был уже у самого финиша, он бы выиграл. Но он хотел убить Дина. Ты точно уверена, что это было убийство? Может, это просто твои эмоции? Нет. Я видела, как они ссорились на стартовой линии. Я его уничтожу. Во время гонки? Люди часто гибнут на трассе. В этом нет ничего необычного. Все по правилам, никаких вопросов. Это же гонки. А что, если Сэмпсон вообще не будет участвовать в гонке? Он будет. Этот никогда не упустит случая повыделываться. Он чемпион прошлого года. Конечно же, он захочет повторить успех. Чего ты от меня хочешь? Чтобы я помог его убить? Если придется сделать выбор, мне важнее убить Сэмпсона, чем занять первое место. Прости, что соврала тебе, Ви. Ну, раз тебе это так важно, я согласен. Давай уделаем эту сволочь. Спасибо тебе. Это очень важно. Правда, очень. Увидимся в финале? Да. До встречи, Ви.
парад скоро начнется. Я буду ждать там же, где раньше. У стоек? Только не привлекайте внимания. Ви, привет, солнце. У меня для тебя есть роскошный заказ. Как говорят на улицах, если Вака дает роскошный заказ, то это говно в обертке от конфеты. Это деликатная история. Деликатная? Ну все, теперь точно соглашусь. Работа как работа. Просто клиент, ну, требовательный. Все клиенты имеют право требовать. Твой чем-то отличается от других? Он хочет, чтобы все прошло строго по его плану. Но и платит за это неплохо. Ви, такой заказ я могу доверить только тебе. Всякие малоопытные обязательно облажаются. Спасибо за доверие. Теперь я уверен, что это говно в обертке от конфеты. А есть подробности? Подайте мелочи ветерану. То есть это заказ на убийство? Я что, позвонила Далай-Ламе? Простите, ошиблась номером. Ты в этом говне не первый день живешь, Ви. Знаешь, как тут дела делают. А парень-то правда виновен? Он точно заслуживает смерти. Я работаю фиксером, а не прокурором. А что такого он сделал? Протоколистом тоже не работаю. Берешь заказ или нет? Хорошо, возьму. Отлично. Клиент будет ждать тебя на машине на углу 6 и Брэндон-стрит. На машине? Поедете с ним вместе. Он хочет своими глазами увидеть, как ты завалишь этого типа. Удачи тебе. Эй, есть задание. У моего клиента сперли до хрена бета-кислоты. Не спрашивай, что такое бета-кислота, я в душе не ебу. Но стоит она как самолет, и наш клиент хочет ее вернуть. Собственно, ты ему в этом и поможешь. Вся инфа прилагается. Thank you.
бегу!
Thank you.